Православные жители Республики Башкортостан приняли участие в рождественских богослужениях. В Кафедральном соборе Рождества Богородицы города Уфы торжественную ночную божественную литургию возглавил митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон, глава Башкортостанской митрополии. Праздничное богослужение традиционно собрало множество верующих людей, прихожан и гостей храма, которые пришли, чтобы в эту святую ночь поклониться Господу. Поздравил с Рождеством молящихся и глава Башкирии Рустем Хамитов, который в своем послании отметил, что многие века этот светлый праздник объединяет верующих, побуждает людей к совершению благородных поступков, обращает их к высокой нравственности и духовным истокам. Обратился к прихожанам и глава митрополии. Будем отмечать в этом году. Христос родился на землю, пришел на землю ради одного – ради спасения нас с вами, грешных людей. Нет в мире человека, который живет и не согрешит. Но долг каждого христианина, верующего в Бога, согрешая, стараться исправляться через таинство покаяния. И затем уже, исправившись, меньше согрешать или вообще лучше не согрешать.